Добрый день, друзья! И снова вечер, и снова Алина с Ангелиной. Давай! Ой, давай, скажи, будем медведям наливать воду. Ай, скажи, и мишки радуются стали, да? Жаркий день сегодня был. О, жарко такой душек устроил. Ой, красота, ой, красота, скажи. Такая, ага, в душе, да. Глюш, Ангелина, давай, поливай мишек. О, встали же ногами. Ой. Ну, душеку для медведей. Ангелина, иди поливай, Мишек. Ангелина. Скажи, Алина, мишки ждут. Не знаешь, кого поливать. То ли Ангелину, у нее счастливое детство. Мама ее даже со шланга поливает. То ли мишек. То ли посетители, которые тоже хотят. Под душ. Настолько жарко, несколько дней в Крыму, температура под 40 градусов. Я никогда не видела, чтобы они с таким удовольствием купались. Прямо висит, скажи, и тут. Скажи, а внизу мне, скажи, Алина, помой. Ну. А этот вообще стал как артист, глянь, такая ножка. Одной. Ага, одной там. Этот вторую сверху поставил. Тебе только в цирке работать. О, что, в нос попало, да? Надо моську не задирать так. Гималайские мишки очень любят водичку. Теперь эту ножку. А тот сверху. Ну, прям о, пирамидой. Становитесь один другом, как в цирке. На спину. На халюха какая, чтобы вперед, понимаешь, чтобы ему больше досталось. Он вперед лезет стал. Скажи, уйди, мелкий. Тут меня поливают. Ангелина уже все села попой в воду. Ангелину сейчас придется переодевать. Все? Накупались? Скажи, пошли купать тигров.